Далекий ливень, дождь барабан, цоканье каблука. Дождь похож на кокон, на овасы. На шквал аплодисментов, окропывание трескотня. Нас крылось на мысли задние, чуть слух во время дружеских бесед. На мысли давши задний ход. И лишь рубаха снега белая открылась, растапцывается просто нервно и сыплет на голову нежность, на голову нежность, на голову нежность, на голову. Шоссе с голубой водой, с новой зеленую изгородь уносит пустыня ветвистых кустов и открытых дверей. Но тронулся этот черный автобус для огненных птиц, где медленный плач морей. Девочка с лицом покрасневшим от красочных снов, с улыбкой жасмина, уносит с собой счастье белого дня и холодных ночей. Но лунный блеск кидает усмешку вечерних богов за место огня. Заставляет
задуматься. Холод космический становится ближе на несколько вдохов и выдохов. Теплой одежды тяжелыми ватами ладами. Каждое утро отбить не пытаешься. В зеркало глянешь, и кофта уже прирастает змеиною кожей. И шар шерстяной вокруг шеи тщедушно и длиннее земного экватора. А снег все идет и идет. Снег все идет и все падает. Падает снег и уже никогда не поднимет. Бездомных, безвестных, случайных прохожих сгинуло в окнах дворов подо льдами проспектов. Тут человек с крыши дома сбивает сосульки, словно в замерзшем лесу. Спины толкают, да под ноги смотрят, проходят сугробами. Говорят о деньгах, значит, все-таки жизнь продолжается. Опускаю глаза и иду, куда все. Ногу поставил в протоптанный след, как лисица охоты бегущая. Я в капюшоне, закрыт для общения. И не понять, не увидеть, о чем я там думаю. И, наверное, 32-я весна будет такой же, какую была 31-я. Безобидность отдельных деталей системы не отменяет смертоубийственной сущности. Всех, кто бросался словом огонь,
но в огонь не бросался. Листья без влюбленных прекрасно кружатся в пальцах. Раскатай на языке остров, попробуй на вкус и кровь бесчетное счастье, раз на крючке его аромата и стров наши трепетно говорящие рыбы ртов, а под треском ребер оглушающий оркестр костров. Запрети все запреты себе, выкинь все наугад, назад! Говорю я и вижу, летят из твоих рук все рамы, все отжившие вещи, все стены, потолок и старые рамы. Не подбирая слов, неистово подбирай град музыки с пола, где все у твоих ног. Но и пол исчез, говорил, танцевать не можешь, а взлететь смог. Спасибо, Владислав. Я хочу сказать, что я очень рада познакомиться с Юлией Мизанцевой. Вот, очень рада, потому что я работаю в библиотечной системе Приморского района, и это я писала анонс выставки Ирины Мизанцевой в библиотеке номер один на Ташковской. И когда я писала, когда я смотрела эти фотографии, когда я погрузилась в эту историю, у меня было вот ощущение, что я вас увижу, но не специально, а вот как-то вот случайно. Действительно, вот сегодня спонтанно здесь оказалась. Спасибо, Саша, что позвала. Вот. И тогда, конечно, я вот смотрела эти фотографии, и вот сейчас даже нашла специально, что вот эту подборочку. И вот такие слова там были. Загадочный шарманщик, загадочная балерина, уютный медвежонок, мама лиса. Такие разные куклы. Каждая со своей живой индивидуальностью. И у всех огромные теплые глаза. И одна на всех огромная душа. Душа Ирины Мизанцевой. И в конце там были такие у меня слова, что множество сияющих персонажей, ангелов-хранителей с душой своей волшебницы будут жить в витринных залах. Этот сказочный мир в силе заслонить от другой страшной стороны мира своим теплом и светом. Это действительно так. Спасибо большое вообще миру, что я увидела эти куклы и Юлечку вживую. Спасибо. Мне очень приятно. Я, пользуясь случаем, хочу продолжить свое приглашение вас в библиотеке Приморского района. Вот, например, вот у нас с Владиславом, с другим поэтом, будет мероприятие «Физический двор». Я его как-то купила, случайно увидела там. По распродаже он такой валялся одинокий, я его взяла, и я с ним даже ходила, перчаточная кукла, вот, даже на мероприятии мы с ним выступали, и даже писали картины вместе, его руками, вот так, с кисточкой. Вот. И одно из посвящений Петрушке, это Петрушка. Петрушку лелеет в своих руках, сажает на хрупкие колени в капроне, держит его подбородок, не закрывая улыбки, обращенный, вещающий в мир, чувствует его нежное внутреннее, то, что одушевилось ею и цветет, и ветвится, замирает в ней его душа клубочком. Сыночек, говорит неслышно, ты мой сыночек. Потом появится ребенок, сын, возьмет петрушку за ботинок, будет играть у него живого. Никто не видит трагедии, как петрушка станет игрушкой, как перестанет дышать, источать трепет, остекленеют глаза, из живого стекла застынут ей вслед, как живые ткани превратятся в тряпье. Сыночек, скажет она ребенку, только не рви эту куклу, играй аккуратно, сыночек. Так долго путь до нас.
осенний гул. Последний лист упал, и выпали снега. Вечерний город спал, и началась дурга. Дурга. Зайди домой, равна мать предложит кружку молока. Еды положит последнее. Займем прощальное письмо тех старых дней. Подруги детства, что вела тебе они. Кончился. Ну, хорошо, все.